Привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как RealDex. Идентификатор RealDex основан на технологии Ethereum ERC-20. RDEX будет в основном использоваться для оплаты сборов за торговую платформу, а также служит обеспечением для запуска мастернод в сети и оплаты по сети. Кроме того, токены RDEX также будут способом оплаты для партнерской программы, рекламы, сборов, вознаграждений и комиссий на уже работающих платформах. Вторая фаза продажи токенов RDEX закончится через 64 дня. Она состоит из 12 страниц. Это краткий бизнес-план о проекте. Здесь рассказывается о его идее, целях, проблемах, как работает данная платформа. Вы можете его более подробно изучить по ссылке в описании. RealDex – это реально децентрализованный проект платформы P2P Exchange, работающий в Windows, Mac, OSX или Linux, не полагающийся на домен или IP для функциональности. RealDex потребуется подключение к интернету и будет работать на одном TSP-порту 9338. Для сети RealDex нужен только один порт для полнодуплексного двунаправленного трафика. Этот порт будет использоваться для торговли всеми членами сети, а также для связи с мастернодс. Реальная децентрализация означает, что ваша программа Windows, Mac, OSX или Linux будет генерировать адрес депозита без какого-либо доступа к кошельку. Монеты, которые вы будете отправлять туда, останутся в холодном хранилище, пока вывод средств не будет сделан через один из мастернетов в сети. Покупатели, продавцы и разработчики DEFs и MasterNode никогда не будут иметь доступ к секретным ключам, сильно зашифрованным и хранящимся в базе данных блокчейн реального DEX. И да, исходный код будет доступен на GitHub на данном сайте. Серверы MasterNode будут единственным шлюзом для всех снятий. Кроме того, кошельки MasterNode будут иметь нулевой баланс и будут зашифрованы самой программой мастера. Поскольку все сделки будут проводиться без использования каких-либо монет, вам придется заплатить регулярную плату биткоинов XCoin, и сеть RealDex будет взимать небольшую плату токена RDEX, которая будет поступать в мастернод, обрабатывая вашу транзакцию. Что это? RealLocal – децентрализованная клиентская платформа для обмена мгновенными сообщениями фиат с услугой условного депонирования. Торговля напрямую с другим человеком и мгновенно получает ваши монеты. Real Sociable. Верните свою конфиденциальность. Подключайтесь и обменивайтесь со своими друзьями и семьей на этом реальном защищенном от вирусов социальном сетевом криптографическом веб-сайте. Real Auction. Платформа CryptoCurrency Auction Marketplace. Купите и продайте в надежном режиме онлайн с Bitcoin, Ethereum, RDEX и Sucre. Услуга условного депонирования не обязательна. Real Freelance. CryptoCurrency Crowdsourcing Marketplace веб-сайт, который позволяет работодателям размещать вакансии, которые фрилансеры Digital Nomad смогут затем предлагать цену для завершения. Дорожная карта нам представлена с начала проекта в апреле 2018 года на сегодняшний день и дальнейшие планы проекта. Информация о токене представлена. Их команда нам представлена ссылками на линки Димы, можно узнать о них больше. Распределение токена показано в процентном соотношении. Также можно с ними связаться, оставив свой email-адрес. Часто задаваемые вопросы представлены и подробные ответы на них. Также их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 700 подписчиков. Они часто обновляют свою новостную ленту, добавляют фото и видео. Посты активно комментируют, лайкают, делают репосты. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь у них более 1470 читателей. Также актуальные публикации.
Видно, что они следят за своими социальными сетями, и им важно, что о них говорят люди. В целом, этот проект, я считаю, перспективный и интересный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо, пока.